85 лет созидательного труда. Юбилейную дату празднует одно из старейших и крупнейших строительных предприятий Мозырщины – открытое акционерное общество «Полесьестрой». На торжественное собрание в городской дворец культуры пригласили трудовой коллектив. Это сила и гордость «Полесьестроя» во все времена. Благодаря профессиональным работникам предприятие может браться за строительство любого объекта и десятилетиями занимает лидирующие позиции в районе и области. Это самое главное, интересное. Трест, который может выполнять поставленные задачи области, региона, в частности, я хочу сказать, что это самый достойный трест, который может сегодня вправе называться главным, как мы говорим, в Полесской зоне, там, да, и, конечно же, в Гомельской области и Республике Беларусь. Коллективу руководству хочу пожелать огромного здоровья, терпения. Здоровья работникам коллектива, их семьям, их близким, чтобы все то, что они делали и выполняли, было на благо нашей области, любимой Республики Беларусь в целом. Сегодняшний замечательный день наше предприятие отмечает свой 85-летний юбилей. Я бы хотела бы поздравить наш коллектив с этой знаменательной датой, пожелать стабильности, уверенности в себе, хорошего настроения и удачи. Особое место среди приглашенных гостей занимают ветераны. Предприятия. Это люди, которые писали историю Полесьестроя, а вместе с ней историю юго-восточного региона. Они строили дома и банки, заводы и фабрики, административные и культурные здания. Причем не только в Мозыре. Почерк строителей заметен в Петриковском, Житковичском, Хойникском, Ельском, Брагинском, Калинковичском и Октябрьском районах. Традиции, заложенные старшими поколениями, сегодня продолжает коллектив Полесьестроя. Я думаю, им деваться некуда, потому что они сами говорят, мы на ваших плечах, так сказать, выросли и учились. Ну, я это даже замечаю. Вот проезжаю, если по улице Ивана Кеника, я вижу вот два дома, которые они последние сдали. Ну, я скажу, что качество даже получше, чем у нас было. Современному коллективу Полесьестроя действительно по плечу любые профильные задачи. Они строят объекты любой категории, сложности и назначения. От молочных ферм до школ и детских садов. От типовых многоэтажек до архитектурных шедевров. Наша специализация – делать качественно. С гордостью признаются в Полесьестрое. А за успешную работу – достойные награды. На юбилейном торжестве лучшим работникам вручили заслуженные награды. Почетные грамоты и благодарности, цветы и подарки. Екатерина Юрченко, Ян Михаленя, телеканал «Мозырь».